Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы подробно узнаете о том, как изменить внешний вид графика в MetaTrader согласно вашим предпочтениям. Начнем с трех функций, которые мы рекомендуем вам активировать. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на графике и выбрать последний пункт – «Свойства». Далее мы переходим во вкладку «Общие» и активируем функцию «Показывать OHLC», «Показывать линию ASK», «Показывать разделители периодов». Благодаря первой функции появляется новая информация касательно текущей японской свечи или бара в левом верхнем углу. Вторая функция показывает линию ASK на графике, чтобы визуально можно было оценить размер спреда относительно волатильности инструмента. Третья функция показывает периоды. Например, на часовом таймфрейме такими линиями разделены торговые дни. Эти разделители помогают определить тенденцию внутри конкретного периода и принять взвешенное решение по открытию той или иной сделки. Также вы можете выбрать один из трех способов отображения графика – линия, японские свечи или бары. Также отметим, что наиболее популярным видом отображения графика являются японские свечи или бары. В настройках в разделе «Цвета» вы можете подобрать оптимальную для себя цветовую комбинацию или выбрать одну из уже предложенных. После того, как вы настроили цветовую гамму, рекомендуем вам сохранить шаблон. Для этого выбираем шаблоны в верхней части экрана и нажимаем «Сохранить». Теперь мы можем открыть любой новый график, применить к нему сохраненный шаблон, и цветовая гамма автоматически изменится. Вы можете сделать несколько таких шаблонов, если захотите. Также вы можете рисовать на графике линии и фигуры, а также изменять их цвета, размеры, в зависимости от ваших целей. Отлично, теперь вы знаете, как изменить внешний вид графика в MetaTrader согласно вашим предпочтениям. Начните торговлю в Amarkets уже сегодня.